Код 7. Фаза 7.0. Информация, собранная, передается в главный корпус корпорации Apollo Engineering по записям главного научного сотрудника Сильвестра Лебовски. Проект Gateway. Сегодня поступили первые сведения об обнаружении нового вида на острове. Выслеживание и наблюдение за ним оказалось труднее, чем мы себе представляли. Герерозавр. Герерозавр известен нам с проекта Legacy. Этот вид на острове Таньява занимал низшую роль в пищевой цепи, но на острове Gateway этот вид спокойно конкурирует с омнираптором и даже превосходит его в некоторых случаях. С виду эти тераподы не представляют опасности для крупных представителей острова, но не дайте им себя обмануть, так как этот вид остался таким же быстрым и ловким, но также он приобрел новую способность – лазание по деревьям и скалам. И это неудивительно, ведь на Gateway растут густые тропические леса, и этот вид эволюционировал и приспособился к жизни на деревьях. Подобно леопарду, он неожиданно напрыгивает на свою добычу сверху, тем самым заставая ее врасплох и прижимает к земле, разрывая ее на части своими мощными когтями и острыми зубами. Если добыча крупная, то герерозавр может оторвать кусок мяса прямо из живой туши, и этого куска хватит, чтобы насытиться, но не на очень долгое время. От крупных хищников герера прячется в кроне деревьев и показывается, если мимо проходит небольшое травоядное, которое заблудилось или отстало от группы. Обычно герерозавр передвигается по суше, но также может перемещаться по лесу, прыжками из дерева на дерево, при этом преодолевая большие расстояния. Но есть в этом и проблема, что герера на открытой местности может стать уязвимой для тех же карнотавров, и поэтому увидеть этого проворного хищника нам удавалось только ночью, либо на рассвете, или на закате. Фаза 7. Доклад считать сверхконфиденциальным.